Всем привет, с вами Джефф Нестин. Сегодня мы будем играть. Чё со мной не так? Короче, я пока... Мне один подписчик сказал, покажи себя. Не, пока у меня не будет 1000 подписчиков, я не покажу свое лицо без... Ай. Я маску не сниму, пока у меня не будет 1000 хотя бы подписчиков. Ясно? Ясно, подписчик? Прости, я забыл, как твой канал называется, так что извини, я это вспомню. Напишу. Я тебе не написал, извини. Сорян, братан, или... А, нет, ты девушка, я вспомнил, да. Извини, пожалуйста. И, конечно, и мне сказали, как тебя зовут по-реальному? Ладно. Я скажу, как меня зовут. Меня зовут Костя Несин. Несин моя фамилия, как и на моем канале написано, Джефф Несин. Ну, меня зовут Костя, а не Джефф. Так что, сорян. Кстати, вы хотите мой рисунок посмотреть? Ага. Что-то со мной не так, ясно. Все окей. Короче... Вам все видно? Сейчас, ладно. Сейчас, подождите. Вот, видите? Короче, вы поняли. И что вы можете приблизить? Здесь он владеет... Короче, я его назвал... Ну... Я не знал, что я так нарисую, если честно. Ну... В принципе, нормально. И от этой маски хочется избавиться уже. Разобьет. Ну нет, пока у меня не будет 1000 подписчиков, я не буду снимать ее. Ну хотя бы имя вам свое настоящее сказал. Лайк. Нет. Ладно. Да, что-то не так. Чего не там? А, зеркало. Окей. Да. Вот и невысокий до 13-летнего, потому что я качаюсь там в среду и пятницу. Ладно. Да и ладно, пути ест. Нет. Нет, невкусно. Окей. Okay. Это мой тигр. Ну, точнее, бабушки. Да? Да. Хорош. Хороший бьёшь. Поведа не перегнули, правда. Лев или тигр? Лев, наверное. Лев. Может быть, лев. Да и ладно. Всем пока, всем удачи, до следующих видео, наверное. Наверное, я сейчас буду песней. Всё. Да ладно, бросил телефон. Пусть купит новые деньги. Зачем? Покупать и тратить. Да? No. О. Ой. О. Всё, я череп. Вот как я выгляжу издалека. Сейчас.